Я Марина, волонтер молодежного центра «Горком-35». Когда мы приходим к вам, мы обязательно надеваем маски и перчатки. Мы заботимся о вашей безопасности. Меня зовут Игорь, я волонтер «Единой России». Мы доставляем продукты питания и медикаменты пожилым людям. Запомните, мы никогда не переступаем порог вашей квартиры. Я волонтер-медик. Меня зовут Настя. У каждого из нас есть вот такой бейдж, на котором написано наше имя и номер телефона, по которому можно узнать всю информацию. Я Даша, участник команды молодежки УНФ. Волонтеры никогда не возьмут с вас деньги вперед. Лишь только после доставки продуктов и лекарственных средств вы оплатите покупку согласно чеку. Меня зовут Владимир, и я представляю ресурсный центр поддержки добровольчества. Уважаемые друзья, мы никогда у вас не попросим банковскую карту, тем более пароль, где лежит ваша пенсия. Меня зовут Виктория, я волонтер Победы. Мы принесем вам продукты питания и лекарства, и никогда не предложим никакие дополнительные услуги. Не соглашайтесь на подобные предложения. Я Людмила, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Вы видите, как нас много, и мы вместе. Каждый день мы заботимся о том, чтобы ваша самоизоляция была комфортной, а вы чувствовали себя не такими одинокими. Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь дома. А все остальное сделаем мы. Мы вместе.